awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the... Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале «Все в мире связано». Сегодня я вам хочу показать свой комплектик. Конечно, он в цветовой гамме не очень подходящий. Я вам покажу схему вот такой асимметричной косы. Покажу также схему вот такого снуда. И расскажу, сколько я набрала петель на шапочку, чтобы связать на объем 56-58 сантиметров. Вот так. Оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра и спасибо, что заходите на мой канал. Поехали! Снуд я связала очень красивым ажурным узором. Это называется ростки пшеницы. Я очень люблю ажурные узоры, так как мне нравится, как ложатся петли. Вот эта схема. Кому интересно, можете зарисовать или найти схему в интернете. Повторюсь. Узор называется «Ростки пшеницы». Число петель в рапорте кратно 12. Схема вяжется очень легко, свяжет даже начинающий. Главное, чтобы вы знали, как делаются правильно убавки. Начинала вязать платочной вязкой, чтобы у нас не заворачивались края. И он такой довольно легкий, воздушный такой снудик. Вязала из пряжи джинс. Ярнар джинс. Все ее знают, ничего на ней останавливаться я не буду. Это нежный розовый цвет и очень красивый узор. Вот смотрите. Вот так. Так, приступим к шапочке. Вот моя шапочка. Она связана на объем головы 56-58 сантиметров. Вязала я из пряжи Газал XL Baby Wool. 100 метров у нас 60 грамм. И вязала я шапочку спицами номер 5. Состав ее 40% акрила, 20% кашемира и 40% мериносовой шерсти. Ниточка мне очень нравится. Но здесь, вот видите, как она пушится. Пушится она не из-за того, что Газал Baby вот такая, а я добавила ниточку Kid Mohair. Вот эта ниточка, она очень пушистая и почти не колется. Вот так, смотрите, выглядит эта шапочка. Очень красиво, мне нравится, хорошо она села на меня, но цвет не мой, конечно, цвет мне такой не подойдет. Так, начинала я, это она у меня идет с отворотом, я начинала вязать двойной резинкой. Спицы я не меняла, резинку вязала на спице номер 5. Так, для этой шапочки я набрала 108 петель. 108 петель и вязала 2 на 2 резинкой. 2 лицевые, 2 изнаночные, все ее знают. Лишнюю петлю для того, чтобы соединить круг начального ряда, я не набираю, так как у меня есть свой способ соединения. Вы можете посмотреть его, перейдя по ссылочке вверху, и вам все будет понятно. Это самый легкий способ и незаметно, где соединялись петли в круг. Так, люблю вязать я на круговых спицах, только на них, на прямых я почти ничего не вяжу. Вот так. Так, набрала я 108 петель и вязала я по следующей схеме. Так, вот эта схема. Вот смотрите, здесь у нас ряды все указаны. И смотрим. Первый ряд мы вяжем изнаночную петлю, потом снимаем петлю, как лицевую, не провязывая. То есть у нас идет рабочая нить за работой. Потом изнаночная, 15 лицевых. И так мы повторяем до конца ряда. Здесь у нас раппорт узора 18 петель. Итак, второй ряд мы вяжем одну изнаночную, там где мы снимаем петельку, провязываем ее лицевой, снова изнаночная петля, опять же провязываем 15 лицевых.
Потом третий ряд вяжем, как первый, и четвертый ряд вяжем, как второй. Пятый ряд мы провязываем. Одна изнаночная, снимаем петлю, как лицевую, не провязывая, изнаночная. Потом снимаем 5 петелек за работой. Потом провязываем 5 петель со второй спицы и провязываем с дополнительной спицы 5 петель. Провязали и вяжем 5 лицевых. Вот так. Шестой ряд мы вяжем по рисунку. Седьмой ряд мы вяжем как первый ряд. И восьмой ряд мы вяжем снова же по рисунку. Девятый ряд мы провязываем 1 изнаночная, снимаем нашу петельку, 1 изнаночная, 5 лицевых и снимаем 5 петель следующих перед работой на дополнительную спицу. Со второй петли провязываем, со второй, извините, спицы провязываем 5 петель и за ними же провязываем с дополнительной спицы петельки наши, количество которых 5 петель также. Так, и вяжем так до конца. Здесь мы снова вяжем как пятый ряд, вяжем 13-й. Повторяем наш рисунок. И у вас получится вот такой узор красивый. Вот смотрите, наша коса асимметрична. Очень интересно смотрится. Вот так. Еще хочу вам сказать, что я вяжу, уже связала почти тело своей кофточки из толстой пряжи. Покажу вам процесс в следующем видео. Также покажу, что я вяжу новую шапочку, тоже с этой пряжи, но только уже для деток. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И помните, что все в мире связано. Пока-пока!